Апелляционный суд Одесской области выпустил из СИЗО воспитательницу лагеря «Виктория» Наталью Янчик, которую подозревают в нарушении правил пожарной безопасности, повлекших гибель людей. Теперь она находится под личным поручительством нардепов Мустафы Наема и Григория Шверка. Мы сегодня пришли сюда с нашими коллегами, чтобы поддержать и Наталью, и адвокатов, и взять ее на поруки. Дело в том, что у нас есть все основания полагать, что она никуда не будет скрываться, нет следствия, нет следственных мероприятий. И более того, мы считаем, что сейчас она фактически назначена виновной в этой ситуации, поскольку, во-первых, она не работала в этом лагере, в момент пожара ее не было на этом месте. Более того, приказ, по которому ее назначили ответственной, был подписан с нарушенным законодательством. Суд обратил внимание прокуратуры на необоснованность содержания под стражей Натальи, учитывая обстоятельства дела и ее должность. Потому своим решением судьи отправили подозреваемую на поруки, освободив прямо в зале. Дякую всім тим, хто допоміг розібратись, допоміг вияснити цю ситуацію, підтримував мене весь цей час. Дякую вам особисто за те, що довіряєте, взяли на поруки. Дякую всім односельчанам, рідним, близьким, також лінії захисту. Всім дякую. Ранее Киевский районный суд отправил Наталью Янчик в СИЗО, но защита заявила, что намерена обжаловать это решение. Сейчас девушка будет на свободе, но обязана являться для проведения следственных мероприятий.